Италии. Почва призла Сванагра, поставщик компании Агроформат. Приглашаю всех себе на склад за данной почвофрезой. Вот что мы имеем. И проверяем тут же глубину сразу же. Берем щуп. Щуп. Начинаем мерить глубину. Ну, 20 сантиметров это точно, даже больше. Я так не могу, но сейчас примерно могу предположить. Вот больше, чем на пальце разлет. Ну вот смотрите, друзья мои, перед вами почвофреза Сванагра. Что мы имеем за первый проход? Значит, на этом поле почва крайне сухая. Крайне сухая. Вот такая почва. За первый проход фрезы имеем вот такую фракцию. То есть мы достаем даже влагу, которая была ниже под этими комьями. Вся почва сейчас влажная, перебивает, очень глубоко лезет фреза. Сейчас поставили крышку в плавающее положение, заднюю крышку. И тем самым мы даем максимальную глубину для нашей почвофрезы. Значит, работает на тракторе МТЗ-82 и делаем подготовку под посадку клубники. Почвофреза Сванагра, значит, выполняет работу по стерне. Что мы получаем, когда работаем по стерне? Посмотрите, какое качество и зернистость почвы. То есть получили пух. И эта почва никогда не была паханой. А вот эта земля вообще полная. Что, можно пух продавать? Не покупать ничего фрезу. Я ожидал, что скорость больше будет, что говорить. А это я самую минимальную скорость поставил. На 540 это, да, было? Да. Не, можно 1000. Другое поле, друзья. Как раз на этом поле вот, значит, происходило дискование. Сейчас мы Сванагра пускаем после дисков. Прошу обратить внимание на способ обработки этого поля. Он был вот только обработан дисками в один след, и сейчас пустили Сванагра. Получили мелкозернистую подготовленную почву под посадку.